Детские игровые площадки – место, где дети много двигаются, бегают, прыгают и не только получают от этого огромное удовольствие, а при этом еще и развивают свои физические и умственные способности. В станице Черноярковской недавно на радость детей и их родителей установили новый игровой комплекс. Подробности в следующем материале выпуска. Еще совсем недавно здесь был пустырь, а сейчас живописный уголок в центре Черноярковского парка. Детский игровой комплекс появился там благодаря Славянской общественной организации «Мастер жизни». Комплекс появился там недавно, но уже так полюбился местной детворе. Эту площадку недавно построили, и она мне очень нравится. Мы тут с друзьями играем. Мне очень нравится тут, а хорошая площадка. Здесь можно всеми поиграть, подружиться с новыми ребятами. Пожалуй, одно из самых любимых мест для любого ребенка – это детская площадка. Песочницы, качели, горки, карусели становятся отличным развлечением для детей. Несмотря на то, что в станице есть детские площадки, еще одна стала прекрасным дополнением и приятным сюрпризом для юных черноярковцев. Новую площадку оценили не только дети, но и их родители. Считаю, что это очень хорошо, потому что есть куда сводить своего ребенка, чтобы он поиграл, развивался ребенок при посещении площадки. У нас на территории поселения много площадок детских, дворовых, для детей. Ну вот еще хорошо, здорово, что еще одна появилась, тем более такая вот комплексная, что много всего интересного. Будем с удовольствием с ребенком приходить сюда. Конечно, стало намного лучше, потому что я на площадок не хватало в станице, и приходилось детей чаще всего искать, где бы погулять с ними. Вот, и я думаю, что чем больше этих площадок будет на станице, тем, конечно, лучше и для нас, взрослых, и для детей. Новая детская площадка стала любимым местом для черноярковской детворы. Здесь малыши заняты делом, играют, катаются на качелях. А игры на свежем воздухе любому ребенку пойдут только на пользу. Тина Копачевская, Андрей Постовой, Константин Монастыренко. Программа «События».